Приветствую на канале. По многочисленным просьбам мы с командой записали для вас видео по приватной P2P связке, спред которой около 10% за круг. Прежде чем показать вам ее, мы с командой сделали 5 кругов, а на 6-й решили записать это видео для вас. Все работает как часы. На Bybit переходим в раздел торговли и ищем торговую пару LTC USDT. И смотрим стоимость LTC, после чего переходим на биржу RexCoin и заходим в раздел трейдинг, чтобы убедиться в том, что стоимость LTC здесь дороже на 10%, нежели на Bybit. Возвращаемся на Bybit, затем на доступную для нас сумму, в моем случае это $5000, покупаем LTC. Заходим в единый торговый аккаунт и переводим LTC на аккаунт финансирования. В аккаунте финансирования находим наш Litecoin и нажимаем «Вывод». Следом переходим на биржу RexCoin. RexCoin – это лицензированная биржа с моментальным выводом и удобным дизайном. Биржа была создана в 2011 году, в чем вы можете убедиться сами. Это и есть подтверждение того, что на бирже можно безопасно работать. Она полностью проверена нашей командой перед выпуском данного видео. Итак, создаем тут аккаунт. После успешной регистрации заходим в личный кабинет и нажимаем на вкладку «Депозит». Ищем в списке LTC и копируем адрес. Далее мы возвращаемся на Bybit. Вставляем адрес в поле вывода. Вводим количество монет. И, не обращая внимания на маленькую комиссию сети, нажимаем «Подтвердить». Спустя 5 минут Litecoin уже пришел к нам на баланс, видео было ускорено. Нажимаем на вкладку Swap и меняем LTC на USDT, комиссия на обмен здесь 0%. На Bybit находим USDT и нажимаем «Внести», сеть выбираем TRC20. Копируем адрес USDT, после чего переходим в личный кабинет и нажимаем на вкладку «Withdrawal». Вставляем адрес, вводим количество USDT и выводим. В истории транзакций мы можем наблюдать успешные выводы. Идем на Bybit и убеждаемся в том, что средства уже пришли к нам на баланс. В принципе и все. В день рекомендую делать не больше 5 кругов, дабы избежать обязательной верификации. Всем спасибо за просмотры. Пока-пока.